в адрес газеты «Телескоп» будут сказаны какие-либо? «Телескоп» очень хорошая газета, потому что она очень похожа на задницу. Маленькую дырочку смотришь, много видишь. Это меня всегда радовало. Я даже уже это опубликовал в газете «Телескоп». А вообще, ну классно, что много людей, рады успехам коллег. Никакой зависти, никакой дрязг, шашли, знаешь, таких подколодных там выебали. А вот вас-то сейчас я... Все по-дружески, здорово. В режиме вечеринки. Отлично, отлично, отлично. Ну, твоя речь, как всегда, отличается такой сногсшибательной образностью совершенно. И да, опять... образен я не по годам, не по годам образен я. Я не нарочно. Ну, сейчас спасибо «Телескопу» и спасибо сэру. И спасибо тебе, спасибо «Диско 2000». Хоть вы развращаете молодежь, отвращаете их от реальных материальных ценностей, но все-таки не такие уж вы и сволочи, оказывается. Хорошие вы все-таки ребята. Грешный, грешный. А вот Беспалов все-таки мерзавец. Мерзавец Беспалов. Не побоюсь этого слова. Хоть его и нет. Но все равно парень неплохой в сущности. В принципе, неплохой. В общем-то, парень-то отличный в сущности. Хоть и мерзавец. Спасибо. Ваня, большое спасибо вам, ребята. И мерзавцу Беспалову.